До 130 заложников находятся, по данным израильских властей, в руках боевиков «Хамас». Точное число детей среди них неизвестно. Израильские семьи, чьи близкие оказались в плену, мучаются от неопределенности. С каждым ответным ударом израильской армии их сердца замирают, ведь это может стоить жизни близким. У Эбби Он террористы похитили троих детей, мужа и мать. Hamas was inside the kibbutz. They were locked inside their bomb shelters, and they could hear Hamas in their houses and shooting. And in a matter of hours, they had burned and slaughtered most of the kibbutz, and the people that they didn't kill, they took hostage. По обнародованным во вторник данным Министерства иностранных дел Израиля, среди заложников как минимум 20 иностранцев, в том числе из Германии, Мексики, Таиланда. Часть захваченных в плен была освобождена в ходе боев за последние два дня. We don't have information from the authorities, so that's why we're trying to do our best to share this with the international community and to make sure that people understand that this is not a political issue, no matter how you feel about the situation in Israel or Palestine. This is an issue of humanity, that these are babies and elderly and people with special needs who have been kidnapped and are being held hostage, and we want them home. Сначала исламисты заявили, что хотят обменять заложников на всех палестинцев, арестованных и заключенных в израильские тюрьмы по обвинению в терроризме. Позже в Хамас заявили, что не готовы к каким-либо переговорам по этому вопросу во время активных боевых действий.